Всем привет, с вами Нонэм Зен. Сегодня мы играем в BMX Street Pipe. Ну... Сейчас сначала здесь на вылете я попробую двух сделать. Найс, и светит барспин. Потом пойдем именно в парк в тот. Вот. Так, надо нормальный цвет BMX поставить. Сейчас не хватило, ладно. Не, нормально, получилось так. Ну а чё, люблю же я покушать. Блин, какая-то он забывался почему-то и перестал закручиваться. Ты думал, похудел на ебал? Теперь можно сделать на вылете 360, я убит на суицид варспин. Так. Сейчас. Это по идее не должно быть как-то сложно. Почти. Вот. Теперь можно разнес это на Элвик и бар попробовать. У тебя еще есть типа фанбокс есть прикольный вот этот. Вот. Еще вот здесь такой же белый фанбокс, только здесь уже по-другому тебе свет. Прикольный тоже тема. Сейчас смотрите, едем на Узмена. Сейчас заново. Подъедем. Едем на Узмена, потом хоп на Мену и в конце Тейл. По идее все должно быть несложно. А, ну я разом кинул за. Ладно, сейчас заново. Куда? А, я не поставил разом. Ладно, сейчас еще раз. Все, нас. Я просто разом кинул. Так. Я понял. Блин, здесь их разгонишься еще, типа. Ладно, тогда на другом месте головку сделать. Вот здесь вот. Ну а чё, люблю же я покушать. Типа, Мэнл. Мэнл 360 бар. И приземлиться нужно на узнание, так? Сейчас.
Окей, тогда... Тейл Вик и Ноуз, наверное. Здесь просто очень мало мест. Во, кстати, вот здесь на подкате можно это сделать. Так. Только главное самое удержаться. Во, красиво было. Ок, давайте теперь вот здесь... Смотрите, VIP на бар. Не, дозвонить не хватит. Вот здесь можно поводить VIP на бар. Тогда. Сейчас, чуть отдуху. И на мане. Так. Ой, я не понимаю, типа, в чем фишка, он да, ну, типа, делает настроение как-то. Ладно. Тогда еще просто скатится на фибол. Тогда против, если выигрывать себе. Блин, ну он там опять удивил, а так он сделал. Ну, блин, сейчас он опять 360 бар. Нормально. Вот. Опять чисто, я реально хочу сделать там 60 бар. И это... Блин, если не жестко задаться. Что он не ехал сейчас? Вот. Понятно, все тогда. Ну, если на сюда сейчас не сильно это все сделаю, сейчас это нормально. Ну, это все же тоже. Ну я такое не суицид бар сделал сейчас еще раз попробую. Он просто, я не понимаю механику, когда он едет долго, а когда нет. То есть, сейчас он, ну, то есть под уклоном сильным он может даже не запомнить. Да, это недолго походу. Так, окей, тогда суицид бар. Вот, все, получилось. Кстати, здесь можно даже заехать на фейде. В том месте. Да, потому что здесь нельзя трогать. Печально. Ну, да, да, ладно. Сейчас постоянно какой-то подпускать. Вот, да. Вот так вот. Видите, мальчик, что-то подумает. А, нифига, здесь вылез, слушайте, ну что, это... Сейчас слушайте бар, но я его вниз сделал. Даже можно два тела вниз. Ладно, сойдет. Либо 360 бар на VIP. Блин, вообще просто в кайф так кататься. Еще такие звуки приятные. А вот что это сейчас было? Я сделал ноу-фуд канкан. И он не захотел приземлять его. Ого, ну это минус зубы, как бы. О, здесь можно попробовать 180 сделать на бар. И выехать какой-то. Найс. Так. Вот он опять застопился, непонятно почему только.
обращаюсь, можно кидать. Я покажу знаю. Так. У меня узмена 360 на бар. И скажу. Блин. Это реально красиво получилось. Так, это надо сильно разгоняться. Опа. Фу, блин. Не, это реально было красиво. Ну, конечно, я зафейлил, но ладно. Я хотел сделать.